Мигранты в Казахстане могут пройти обследование и лечение туберкулеза. Такая возможность предоставляется благодаря специальной программе международной гуманитарной организации. За полтора года только в Алматы было обследовано около 1000 трудовых мигрантов, из которых более 10 оказались носителями палочки Коха. Все они получили квалифицированную помощь фтизиатров и сейчас находятся в неактивной фазе. Сейчас по городу Алматы работают 10 поликлиник, которые бесплатно обследуют мигрантов на туберкулез. И межрайонный противотуберкулезный диспансер обеспечивает доступ для лечения. То есть они могут и стационарно принимать лечение, и амбулаторно на период 3-6 месяцев в рамках программы. Далее мы им помогаем либо вернуться домой, где они могут долечиться, либо они здесь заканчивают лечение и на поддерживающей фазе получают мотивационную поддержку в виде продуктов питания, для того, чтобы они не прерывали лечение и долечились до конца. Сегодня «Флюромобиль» выехал на строящиеся объекты Наурызбайского района. Подобные акции проводятся дважды в год. Длятся они около месяца. В эти дни «Флюромобили» выезжают на рынки города, где в основном трудятся мигранты из стран ближнего зарубежья.